мэрия Ярославля и депутаты муниципалитета ищут нового председателя комитета по рекламе. Прежний руководитель Александр Хитров не работает с начала недели, он уволен. По мнению депутатов муниципалитета, Хитров не смог навести порядок на рынке наружной рекламы в городе и пополнить бюджет, остро нуждающийся в деньгах. Ярославль, особенно его центр, задыхается от всевозможных баннеров, билбордов и растяжек. Многие размещены на улицах города незаконно. Ситуация к лучшему меняется слишком медленно, утверждают народные избранники. Новый претендент на место председателя комитета по рекламе пока не найден. Схема размещения городских рекламных конструкций на весь город должна была быть сделана в течение одного месяца. Она не была сделана в течение двух лет. Вот такую работу как раз мы и называем затягиванием процесса узаканивания городских рекламных мест, городской наружной рекламы и не создание условий получения доходов в городской бюджет. Вот за что уволен Хитров. Он уволен за то, что ничего не сделал для того, чтобы городской бюджет пополнялся, а наружная реклама в городе Ярославле стала законной.